Mamlakatimizda millatlararo do'stlik va totuvlikni mustahkamlash, jamiyatimizda turli millat va elat vakillari o'rtasidagi o'zaro hamjihatlik, bag'rikenglik, mehr-oqibat muhitini asrash, milliy madaniyatlar, urf-odat va an'analarning o'ziga xosligini saqlash hamda rivojlantirishda madaniyat markazlari o'zlarining munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Surxondaryoda 1995-yil 25-may kuni Rus madaniyati uyushmasi Surxondaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan edi. 2010-yil 20-sentyabrda viloyat adliya boshqarmasi tomonidan qayta ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng O'zbekiston Respublikasi Rus madaniyat markazining Surxondaryo bo'limi nomini oldi. Markaz tomonidan rus tili va rus madaniyati an'analarini asrab avaylash, mintaqada do'stlik va hamkorlikni mustahkamlash borasida vatandoshlar o'rtasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Я хочу сказать, что за время существования Русского культурного центра нам уделяется огромное внимание в связи с тем, что мы общественная организация и со стороны государства, и со стороны областного хакимията, и со стороны республиканских органов нам уделяется большое внимание. И вот мы в 2021 году выиграли республиканский грант. Оли Мажлис, мы выиграли, и в связи с этим грантом, значит, мы сделали реставрацию музея, в котором мы сегодня были. Мы полностью обновили мебель, обновили стенды. Таким образом, в 2022 году мы выиграли областной общественного фонда грант. И мы тоже продолжили работу по укреплению, значит, межнационального согласия, по укреплению дружбы между народами. То есть мы купили очень прекрасные костюмы, национальные, значит, танцевальные костюмы. Мы приобрели также музыкальные инструменты. Ну и самое главное, мы сплотили людей вокруг Русского культурного центра. Почему? Наш Узбекистан многонациональная страна. Точно так же в Русском культурном центре у нас объединяет людей всех национальностей. Мы не разделяем ни русских, ни узбеков, ни таджиков. Мы все одной семьей. Мы и вообще постоянно работали с молодежью, а в этом году с особым подъемом, потому что молодежь – это наше будущее, молодежь – это наша, значит, жизнь. И самое главное, мы хотим для молодежи сохранить историю. Вот примером сегодня наши мероприятия. Они должны, наши молодые люди, молодое поколение должны знать историю, а не просто верить в нас, верить в наше светлое будущее. В нашем Русском культурном центре нас объединяется молодежь, значит, где-то количество 50 человек. 3 группы, 3 кружка, так скажем. Во-первых, танцевальный кружок, фольклорный танцевальный кружок под руководством Volkov Елены Анатольевны. И вторая средняя группа, куда входят подростки, дети, школьники, значит, Чегринцева Елена Васильевна, она, значит, изучает не только танцы русского народа, она также изучает танцы узбекского, таджикского, туркменского. То есть профессионал в этом направлении большой. И, конечно же, надо отметить, вы сегодня видели малышей, которые ходят в детский сад. И в Русском культурном центре они, значит, под руководством Ольги Генриховны Рахимовой, они также участвуют в наших мероприятиях. Таким образом, молодежь у нас подрастает. И мы верим, значит, в развитое, гармонично развитое молодое поколение. Хочу выразить огромную благодарность и правительству, и, значит, областному хоккею, что такое внимание уделяется в настоящее время общественным организациям. Ведь мы, общественные организации, работаем на добровольных началах, а сейчас нам стали платить субсидию, на которую мы тоже можем, значит, проводить прекрасные мероприятия. И таким образом мы благодарим наше правительство за мирное небо, за спокойную жизнь. То есть мы благодарим, что мы в будущем можем жить спокойно. Сурхондарё Rus madaniyat markazi O'zbekiston xalqaro markazlarining O'zbekiston umumiy uyimiz respublika va mintaqaviy festivallarda faol ishtirok etib kelmoqda. Shuningdek, Rus madaniyat markazida Termiz shahridagi 6 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilaridan tashkil topgan yoshlar guruhi ham faoliyat yuritmoqda. Yangitdan barpo etilgan do'stlik uyida 3 ta xona ajratildi va bu xonalarda Harbiy shon-shuhrat muzeyi va Rossiya madaniyati muzeyi tashkil etilgan. Bugun Termiz shahrida 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Surxondaryo Rus madaniyat markazida faxriy internatsional jangchilar Tolkin Boliev, Tokhr Urinov va Rus madaniyat markazi yoshlar guruhi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Harbiy shon-shuhrat muzeyiga ekskursiya uyushtirildi, davra suhbati tashkil etildi. Yosh gvardiya, yoshlar guruhi faxriylarini bayram bilan tabrikladi hamda urush yillarida ijro etilgan kuy-qo'shiqlar yangradi. хочу поздравить с Днем Защитника всех мужчин, которые служили, которые будут служить, которым будет 18, и они пойдут в армию, чтобы отслужили хорошо. Сегодня было мероприятие, нам рассказывали, как служили во Второй мировой войне, рассказывали, кто, и собирают информацию здесь. В Русском культурном центре я участвую уже с 7 лет, пою, танцую. В будущем это помогает, так как у тебя уже есть общение, есть концерты, на которых ты уже осваиваешься и начинаешь участвовать хорошо. У тебя появляется уже привычка к людям, к зрителям, и у тебя уже нет никакого страха перед сценой, перед конкурсами какими-то выступать. И желаю всем, чтобы все добивались своей цели, чтобы в будущем они были кем захотят, чтобы все их мечты, все их желания исполнялись. Я горжусь, что я родилась в Узбекистане, в этом мире. Я очень рада, что у нас мир сейчас, и не будет того времени во Второй мировой войне, что у нас всегда счастье, что у нас спокойно и что все люди счастливы. Bunday uchrashuvlarni o'tkazishdan maqsad yosh avlod ruhida ma'naviy, axloqiy, vatanparvarlik tarbiyasini oshirish, tarixiy xotirani asrab avaylashdir. 2021 va 2022-yillarda Rus madaniyat markazi Oliy Majlisi huzuridagi jamoat fondi va xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashi huzuridagi jamoat fondi loyihalari bo'yicha samarali mehnatlari tufayli 2 marotaba g'oliblikni qo'lga kiritdi.